соответствии с распоряжением министра здравоохранения, детские поликлинические отделения будут работать два дополнительных дня – 26 и 2 сентября. Такая мера позволит сократить очереди в медучреждениях перед началом учебного года. Ведь по статистике именно в эти дни количество обращений в поликлинику возрастает в разы. На новый режим работы в ближайшее время перейдут и взрослые поликлинические отделения. По будним дням приемы будут проводиться с 8 утра до 8 часов вечера, а по субботам с 9 утра до 3 часов дня. Решение об увеличении продолжительности работы медицинских организаций принято региональным Минздравом на этой неделе.